Կալա եթերում կարևորի մասինն է, բարև ձեզ, տաղավարում այսօր մենք զրուցել ենք քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Իսկանդարյան, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալ։ Մենք զրուցում ենք այն պահին, երբ Մոլդովայում տեղի են ունենալու հնգակոմ բանակցություններ, այնուամենայնիվ հայտնի չէ դրա ելքը։ Մոլդովայում տեղ ունեցողին մեր սպասելիքներին դեռ կանդրադառնանք, բայց Մոլդովան հաջորդեց Ռուսաստանում տեղ ունեցած բանակցություններին, որը կարծես ցախողվեց, տապալվեց ու ըստ էության տեղ ունեցավ այն, ինչ տեղ ունեցավ։ Ռուսաստանում կայացած հանդիպումից անմիջապես հետո մենք լսեցինք Ալիևի հոխորտանքները ուղղված Հայաստանին, ուղղված Արցախին։ Վերլուծենք, հասկանանք, ինչ տեղ ունեցավ Մոսկվայում եւ ինչու, եթե ասենք Ալիևի հռետորաբանությունը փոխվեց, ոչ, այնուամենայնիվ նա ավելի այսպես հաստատակամ մոսկովյան բանակցություններից հետո իր ելույթում որոշակի շեշտադրումներ արեց, որ մեզ համար չափազանց մտահոգիչ են, ինչու։ Знаете, я не думаю, что в Москве произошло что-то разочаровывающее для меня, например, потому что я, в общем, и не очаровывался. И ждать от встречи в Москве, что там будут какие-то прорывы, было бы не очень разумно, равно как от предыдущих встреч и от будущих встреч. И в Молдове, в Кишиневе ничего особенного произойти не может просто. Это будет очередная беседа, очередной шажок, очередной сантиметр, очередное движение по тому направлению, по которому мы идем. Но серьезных изменений ждать сейчас просто, на мой взгляд, невозможно, чтобы там кто ни говорил. Что касается поведения официального Баку или Азербайджана, или Алиева, как угодно это называй, оно довольно понятно. Просто нужно для того, чтобы это понимать, обращать внимание не только и не столько на то, что официально Азербайджан говорит, сколько на то, что он делает, и это выстраивается вполне понятную, более того, довольно рациональную стратегию. Это не тактика, это стратегия. Это давно принятое Азербайджаном явно решение, и решение это давить на Арцах и на Армению различными возможными для них способами. Это давление дискурсивное, вот то, что Алиев все время говорит. Карабахской проблемы нет, Карабаха нет, там людей не осталось, там Карабах – это часть Азербайджана, не о чем тут разговаривать и так далее, и так далее. И возвращение в Ереван, там Севан – это азербайджанская земля, я не знаю, ну и так далее. Да? То есть вот дискурсы, то, что он говорит. Между прочим, работает в Армении, я бы сказал, на армянское поле информационное это влияет. Второе – это эскалации. Постоянные время от времени возникающие эскалации, стрельба, заложники, да, вот это вот все, что тоже продолжается, и более того, это синхронизируется с другими элементами. То есть это видно, причем это уже 30 лет так на самом деле. Просто граница была в другом месте, мы с азербайджанцами были в других позициях, но политика, в общем, довольно понятна. Ну пусть не 30 лет, пожалуй, ну 20. Середины 2000-х, наверное. Затем следующий метод давления – это блокада. Разные формы блокады были, начиная с окончания Второй Карабахской войны. Но мы же помним, вот, как это все происходило, как постепенно ужесточалось. В декабре был поставлен КПП, контрольно-пропускной пункт, я не оговорился, именно в декабре, потому что то, что название было другое, какие-то там активисты, я не знаю что, но реально это был контрольно-пропускной пункт. Они кого хотели, пропускали, кого не хотели, не пропускали, и они руководились из Баку, да, эти люди. Затем этот контрольно-пропускной пункт передвинулся и формализовался, он стал официальным, все дороги объездные были обрублены. И это давление продолжает оказываться на нас сейчас. Ну и дипломатическое давление через разные третьи страны. У Азербайджана нет прямых дипломатических отношений с Арменией. Соответственно, это делается через третьи страны, как то европейские страны, Америка, Россия в данном случае и так далее. Ничего нового. И это форма давления.
И это попытка добиться тех результатов, которых Азербайджан хочет добиться, разных, используя разные инструментарии. И это, ну, не вполне точно так говорить, но это продолжение войны другими средствами. Войны не в том смысле, что обязательно стреляют, могут в какой-то момент и не стрелять, а войны в том смысле, что это соперничество, это попытка добиться от противника сдачи. Это не поиск консенсуса, потому что если идет какой-то переговорный процесс, это было до 2020 года, да? Искали консенсус, что-то предлагали Армении, она отказывалась, что-то предлагали Азербайджану, он отказывался, в чем-то соглашались, в чем-то нет, не нашли в итоге, это все не получилось. Но неважно, это был такой процесс, в котором пытались найти решение, которое, ну, устраивает обоих или не устраивает обоих, как угодно, да? Это есть переговорный процесс. Тут то, что выдвигает Азербайджан, это ведь не консенсус, это ультиматум. Сделай так, иначе буду стрелять. Мен կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանի պահանջները եւ արևմուտքն է լոյալ վերաբերվում այսօր Ադրբեջանի սպահվածքին, հաշվի առնելով արևմուտքի արձագանքները եւ Ռուսաստանը, այսպես երկու կողմից ինքը ունի սատարում անել այնպես, ինչպես ինքն է կարող։ Азербайджанские требования двигаются, они не всегда одинаковые. Они что-то получают, сразу хотят еще чего-то. Когда имеют возможность, они достигают большего, чем они могли достигнуть ранее. Да, предположим, резко изменилась ситуация после начала украинской войны. Они увидели, что они могут больше. Все эти разговоры, почему Алиев так делает, потому что может. Потому что может себе позволить. Соответственно, они двигаются. Назвать позицию всех лояльной к тому, что хочет Азербайджан, нельзя, потому что на уровне слов, на уровне всяких заявлений и так далее, ну, говорятся все более-менее правильные слова, да, что стрелять нехорошо, что мир лучше, чем война, что убивать людей неправильно, что переговоры надо, что мир, к миру нужно идти за столом переговоров, а не стрельбой в людей. Это не хватает, это называется... Если говорить так, политико-дипломатические методы, их не хватает. Они не работают, потому что господин Алиев прекрасно понимает, что других методов применять не будут. А если других методов применять не будут, то он делает то, что может. Не то, чтобы это принимается с удовольствием, нет, это не так. Ну, например, вы спросили про Россию, да, но очень много из этого давления оказывается непосредственно на Россию. Не на армян, а на Россию. Это основной вид давления сейчас, да? То есть их отрывают от способа влияния на ситуацию, так вот, оттягивают, да? Ну и так далее. Там, ну, европейцы мониторов хотели вводить в Азербайджан тоже, им просто не дали, и все. Не так, чтобы все счастливы, но, ну, терпят, но что делать? Терпят ту ситуацию, которая есть. И поэтому она продолжается, и я думаю, будет продолжаться. Пан Искандаран, ка айсписи картик, вож ըստեղության արևմուտքը Հայաստանին, այսպես հաստատակամորեն տարավ դեպի կապիտուլյացիա. Կիսում եք այս կարծիքը, թե ոչ, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսը նախընտրել է բրյուսելյան կամ արևմտյան ֆորմատը բանակցությունների, սա էր մեր ամենաառանցքային սխալը, ի սկզբանե, երբ մենք համաձայնեցինք այդ հարթակում, այդ ֆորմատում շարունակել բանակցությունները Ադրբեջանի հետ, որովհետև ակնհայտ էր, որ արևմուտքի նպատակը ոչ այն է խաղաղություն հաստատելն էր, այլ Ռուսաստանի դարձաշրջանից դուրս բերելն էր. Вы знаете, ну, я скажу скорее нет по нескольким причинам. Первая причина, потому что капитуляция – слово окрашенное. Капитуляция – это слово со знаком минус. Я не могу говорить плюсами и минусами, да, нужно, мой профессиональный дискурс – это описывать ситуацию, пытаться ее представить такой, какой она есть. Позиция Армении тоже двигалась. Она двигалась от того, что Арцах – это Армения и все, и точка обычно это переводят, да, на русский язык, я верчу.
до позиции, что Карабах – это часть Азербайджана. Она двигалась, она не стоит на месте. Второе, а что вы предлагаете? А вы думаете, что если бы не было переговоров, Азербайджан бы вел себя по-другому? Вот если бы Армения отказалась вести, во-первых, я не очень вижу на практике, как это возможно было бы. Во-вторых, если бы Армения вела себя другим образом, что бы изменилось? Азербайджанцы бы перестали нападать, не ставили бы КПП, не заходили бы на территорию Армении и так далее, да, не занимали бы там какие-то узкие территории, это все было бы, может быть, этого было бы больше. Да. В-третьих, капитуляция – это все-таки термин, означающий несколько другое, чем то, что происходит. Повторюсь, армянская позиция двигается, она не стоит на месте, двигается она в зависимости от, во-первых, возможностей, а точнее отсутствие возможности. Да, во-вторых, давление. Оказывается, давление, власти вынуждены реагировать. А что делать? Ну, надо смотреть в глаза реальности. Ситуация такова, как она есть. И Азербайджан давил, будет давить, если будет иметь эту возможность. И в зависимости от того, чего он будет добиваться, он будет пытаться добиться следующего. Это же совершенно очевидно. Բոլորը խաղում են բաց խաղակարտերով, կարծես։ Ադրբեջանը, ինչպես նշեցիք նաև, բացայտ ասում է, ինչ է ուզում, եւ մենք տեսնում ենք, ինչ է ուզում, ինչ է անում, դեպի ուր է գնում, ինչ նպատակներ ունի եւ այլն։ Գիտենք Ռուսաստանը այս փուլում ինչ է ուզում, ստեղծված իրավիճակում իր համար, իր ճակատում ծանր իրավիճակում ստանալ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կամ Թուրքիայի գլխավորապես լոյալ վերաբերմունքը, ինչ է ուզում Ադրբեջանը, դա գիտենք, դուրս բերել տարածաշրջանից Ռուսաստանի դաշնության ազդեցությունը նվազեցնել, եթե հնարավոր է ինչու՞ չէ երկրորդ ճակատ բացել եւ այլն, սա արևմուտքի ուզածը, մեզ համար հասկանալի է, թե ինչ է փնտրում Հայաստանը Բրյուսել, Վաշինգտոն, Մոսկվա խաչմերուկներում եւ ումից է ակնկալում անվտանգության որևէ երաշխիք կամ երաշխավորի կամ երաշխավորի ինստիտուտի այս բարդ իրավիճակում. Более-менее понятно мне, что хочет Армения. Под Арменией давайте мы договоримся, да, мы будем иметь элиты, политические элиты, то есть тех людей, которые решают в политической сфере, какое направление Армения будет избирать. В условиях после поражения и после начала украинской войны Армения пытается сделать какую-то контаминацию, сочетание двух вещей. Первая вещь – это компенсировать свою неспособность обороняться или держать свой интерес какими-то гарантиями каких-то внешних сил. Каких внешних сил – это второстепенно на самом деле, как какую-нибудь силу, которая лучше будет нас защищать, мы изберем, и тогда ситуация станет хорошей или там лучше. Неважно, кто это, да, с моей точки зрения, неважно, да, будь то Америка, будь то Европа, вот это часто говорят, не очень я понимаю, что это такое, правда, ну ладно, будь то Иран, будь то кто угодно, это хочет, кстати, далеко не только элиты, этого хочет и общество, это мы видим по социологическим опросам. Какой-то там твит написал Макрон, что-то там сказали иранцы, и прыгает у нас популярность Франции или Ирана. Что-то там сделали, или точнее не сделали русские, падает популярность России как защитника и так далее. То есть первая составная часть этого – это найти какую-нибудь внешнюю гарантию для существования Армении в безопасности, в идеале и Арцаха, но, по-моему, с этим уже хуже. Вторая составляющая, они действуют вместе, это не отдельная вещь. Вторая составляющая – это обеспечить уменьшение рисков или даже исчезновение рисков, чтобы ситуация была мирной, тем, что Азербайджан возьмет то, что он хочет, и подпишет об этом бумагу. Да? Это примерно то, что премьер-министр Армении, я имею в виду Пашинян, говорил, когда он говорил о кадастре. То есть речь, метафора на самом деле неплохая. Да? Речь о том, что найдется кто-то, что такое кадастр, да? Ты идешь в некое учреждение, которое свидетельствует, что эта квартира принадлежит тебе.
И из этого следует, что если эту квартиру у тебя будет кто-нибудь там, я не знаю, отнимать, кто-то на нее претендовать, кто-то в нее входить и занимать там комнаты, то ты пойдешь в полицию, скажешь, вот в кадастре написано же, что это квартира моя, давайте сделайте так, чтобы этот человек из моей квартиры вышел. И полиция это сделает. Ну, в идеале, да, так, суд какой-нибудь там будет, я не знаю. Полиции нет. Не существует в мировых отношениях полиции. Мировое, ну, вот, международные отношения – это функция согласия стран что-то делать или не делать. Да? Это как если бы в обыденной жизни право было бы функцией, то есть результатом согласия уголовника, жертвы, прокурора, адвоката и полицейского. Вот согласились они, тогда они будут что-то делать. Не согласились, то не будут. Вот международное право так работает. Да, это функция согласия стран. Соответственно, вот когда у нас наступает вот эта ситуация, в которой есть два типа работы, то есть пусть кто-то защитит нашу безопасность, и для того, чтобы кто-то защитил эту безопасность, нам в кадастре должны это дело зафиксировать. Кто в кадастре зафиксирует? Азербайджан. Мы признаем территориальную целостность друг другу. И это то, что пытается сделать Армения. Это не разговор о том, хорошо это или плохо, или получится, или не получится. Я знаю, хорошо или неплохо, но не получится. В мире очень много стран, которые признаны соседями. От Сирии до Украины. И как сильно им это помогло. Или там Афганистана, кого угодно. Да? Любую бумагу, которую подпишет сейчас Азербайджан, она не будет никакой гарантии от того, что Азербайджан завтра не будет продолжать ту же самую политику, которую он ведет сейчас. Мне кажется, что таким образом пытаться достигнуть безопасности, то есть уменьшения рисков или исчезновения рисков, просто невозможно. Разговор не о том, хорошо или плохо, что там ты потеряешь, что не потеряешь, тех целей, которые хотят достигнуть, этих целей таким образом не достигнуть. О том, что вы говорили про других игроков, тоже все на самом деле сложнее. Конечно, Запад хочет вытеснения России из региона. Идет война. Идет война в Украине, это война-то России с Украиной, но конфликт он шире, это конфликт Запада и Украины. И, естественно, постсоветское пространство все люди с Запада смотрят через эту призму, через этот бинокль. Россия нуждается, конечно, в Азербайджане и еще больше нуждается в Турции, а это сейчас с нашей точки зрения, если смотреть одно и то же, но у этого есть динамика какая-то, да, это может меняться каким-то образом. Это часть довольно широкой мозаики и для Запада, и для России, и так далее. Есть ли у вас картиков Москва, Мишкетцер, Хайастану? Хайастану, Марцаху, Мипа, Куценах, Кампатеразм, Куценах, Патеразм, Минтацкум, Хетово, Жаманак, Твумер, Чес, Писюхосуит, Каштульчита, Русастана. Արցախը ձեռնտու չէ Ռուսաստանին, որ Ռուսաստանը կորցնի Արցախը, կամ որ Ռուսաստանի ձեռնտու չի, որ բազան դուրս գա Հայաստանից եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք անընդհատ մտածում ենք, որ չէ, Ռուսաստանը չի համակերպի, փորձը ցույց տվեց, որ չունի կարմիր գծեր տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանը։ На сегодняшний день, именно на сегодняшний день, там год назад, полтора года назад, до начала войны украинской, было по-другому. На сегодняшний день России, конечно же, нет резону уходить из Арцаха. И не потому, что они любят арцахцев и очень озабочены гуманитарными тяжестями этих людей, а потому что для того, чтобы кого-нибудь миротворить, нужно этого кого-нибудь иметь. Для того, чтобы защищать жизни армян Карабаха, нужно этих армян Карабаха иметь. Если их нет, то некого защищать. Это, кстати,
основная цель Азербайджана в том, что он добивается мирного договора. Потому что если карабахская проблема является внутренней проблемой Азербайджана, то зачем нужны русские миротворцы? Да, логика понятна. Соответственно, а что такое миротворцы, что такое база, что такое пограничники? Это форма присутствия России на Южном Кавказе. Это в стратегическом смысле, да, они присутствуют в экономическом, там, еще в дипломатическом, еще в каком-то там и так далее, но в стратегическом смысле они присутствуют тут, потому что есть эта проблема. Представим себе на секунду, что все решено. Я не знаю, в любую сторону. Арцах провозгласил свою независимость, он уже провозгласил, его признал Алиев, все хорошо и прекрасно. Наоборот, всех арцахцев выгнали, и арцах включились, неважно, нет карабахской проблемы. Открылась Турция, открылись коммуникации, все поезда везде заездили, все хорошо, прекрасная маркиза. Зачем нужна российская база здесь? Да, логика, тем более, зачем нужны миротворцы? Соответственно, российский интерес в том, чтобы не уходить с Южного Кавказа. Но это сегодня так. Ситуация очень подвижна. И зависит это от того, как будет ситуация развиваться в Украине и вокруг Украины, и вот во всем этом комплексе. Вы спрашиваете меня, могу ли я представить себе, что Россия примет изоляционистскую политику? Могу, я об этом говорил, писал задолго до и украинской войны, и Второй Карабахской войны. Да, такое можно себе представить. На сегодняшний день это не так. Какова красная линия сегодня? Ну, широкомасштабная война. Если Азербайджан развернет широкомасштабную, не полицейскую операцию, не КПП, а широкомасштабную войну, как было в 2020 году, настоящую войну, против Арцаха, то ему придется убивать не только армян, но и русских. Если придется убивать не только армян, но и русских в сколько-нибудь серьезных количествах, России придется реагировать. Это совсем не то, что она хочет. Никакой второй фронт ей не нужен, это понятно, да. Но ей придется реагировать. Именно поэтому Азербайджан это не делает. Это красная линия, что совершенно не означает, что эта же красная линия будет через год, например. Например, довольно много у нас говорят, что выведут свои войска в 25-м году русские или нет. А я все время отвечаю, при чем здесь 25-й год? Если азербайджанцы смогут сделать так, чтобы русские вывели свои войска завтра, они это сделают. Если в 25-м году Россия будет обладать таким бесом, что нельзя будет заставить ее вывести войска, то она не выведет, а выведет в 26-м или в 28-м или в 151-м, неважно. Но тут речь не о бумаге, речь о политике, речь о том, насколько Россия будет обладать возможностью и желанием, а в случае политики это почти всегда одно и то же, оставаться в нашем регионе. Пока оно очень сильно пошатнулось, но оно есть. Знаете, вот там русских миротворцев около 2000 человек по соглашению, 1960. Вокруг них стоят 50 тысяч, от 40 до 50 тысяч человек. Причем эти 2000 – это люди с легким стрелковым оружием, с калашниковыми, из... с БТРами, с легким, больше ничего там нет. А те, кто стоят вокруг, они совсем, что можно себе представить, от ракет до беспилотников, от танков до артиллерии, все что угодно. Но важно же не это, понятно, в военном смысле это несерьезно. Но миротворцы это всегда так, это не оружие, это флаг. Флаг России, которая, ну, серьезная страна. Так вот, этот флаг, он теперь покосился сильно. Потому что, и поэтому Азербайджан позволяет себе делать то, что он позволяет делать. Но этот флаг пока стоит, он не ликвидирован, он все-таки продолжает быть флагом. Поэтому вот эти ограничения у них
пока есть. Խոսենք նաև արևմուտքի դերակատարության մասին, օրինակ Եվրամիությունը ողջունելով հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը վերջին ամսում, նշեց, որ կարևոր է պահպանել այս պատմական առաջընթացը, սա հայտարարեց այն ժամանակ, երբ հնչել էր Ալիևի վերջին աղմկոտ հայտարարությունները, սպառնալիքներն ու հոխորտանքները, ձեր կարծիքով ինչ պատմական առաջընթացի մասին է խոսում ԵՄ-ն, մյուս կողմից նաև ԱՄՆ, պետեպի մամուլի խոսնակը հայտարարությամբ հանդես եկավ էլի, այսպես մեղմ ասած շատ տարօրինակ, արևմուտքի ասելիքներից խոսենք նաև, արևմուտքից մեր սպասելիքներից խոսենք նաև. Время говорить мало, да? Это ведь отдельная тема, очень интересная. Вы знаете, вот с конца начну. Наших ожиданий. Мэр спасли к нерасетик. Евросоюз не имеет безопасности. Он ее берет сам у НАТО. Он не может давать безопасность. Он не провайдер безопасности. Он потребитель безопасности. Поэтому Евросоюз может предложить площадку для переговоров, может экспертную поддержку оказать, может устами политиков что-то приветствовать, может там, я не знаю, финансовую поддержку оказать. Заменить безопасность Евросоюз не может в принципе. Тут бессмысленно. Эти ожидания, они не просто бессмысленные, они какие-то странноватые, я бы сказал, да? То есть тут следует говорить о том, что Евросоюз, конечно, хочет способствовать тому, чтобы стороны двигались к миру. Но если стороны не хотят двигаться к миру, Азербайджану не нужен мир, ему Карабах нужен. Не потому, что он плохой или хороший, или злой, или добрый, а потому, что угроз от Армении Азербайджан не чувствует. Зачем ему мир? Что, азербайджане боятся, что армяне завтра штурмом возьмут, я не знаю, что, Баку, Гянджу? Нет, конечно. Поэтому зачем ему эта бумага? Совершенно в других целях. Нет у Азербайджана такой нужды. Поэтому уговаривать его можно до бесконечности. Соединенные Штаты Америки, конечно, не так. Да, предположим, если с Россией сравнить. Россия здесь актор. Россия не посредник, какой же Россия не может быть здесь, вот, в нашем регионе, посредником, да, это серьезная страна, большая, сосед нашего региона, имеющая здесь какие-то интересы, да, плохие, хорошие, какие-то интересы. Европа, если и имеет эти интересы, то они совсем в другой области находятся. Соединенные Штаты теоретически, ну, понятно, что это великая держава, и они могут, как делали в Белграде, в 90-х годах прислать своих рейнджеров и самолеты и все решить сами, только не пришлют. Соответственно, ситуация как раз в том и обстоит, чтобы попытаться объединить интересы разных игроков вовне с тем, чтобы они работали вместе. Что Азербайджан это делает, а мы не очень у нас получается. Что безумно трудно. Просто потому, что у России, у Запада понятно сейчас, какие отношения. Да? Вот ситуация в чем. А сидеть и выбирать, кто придет и меня защитит, никто. Եվ ես այդ մասին էլ կուզենայի խոսենք, դինամիկ ես զարգացող պրոցեսներում, երբ այո մենք շարունակում ենք կորուստներ ունենալ, եթե նայենք ինչ է կատարվում մեր երկրի ներսում, բոլոր կանխատեսումներով մեզ համար այնքան էլ մեղմ ասած այնքան էլ լավ չի լինելու, բոլոր կանխատեսումներով, անգամ իշխանությունների հայտարարությունները խոսում են այդ մասին, Արցախից հրաժարում, անկլավներով հանդերձ տարածքային ամբողջականության ճանաչում Ադրբեջանի եւ այլն, երբ նայում ենք մեր երկրի ներսում ինչ է կատարվում, ընդդիմություն ասում է Փաշինյանը, որ փոխվի ինչ որ բան կլինի, առանց ներկայացնելու այդ փոփոխության իրավական հիմքերը, ոնց է փոխելու, որ ինչ որ բան լինի. Հասարակությունը, այո, նայում է, կարծես էսպես նայում է, տեսնի ով ում կփրկի թե չի փրկի, եւ չկա որևէ օրակարգային քննարկում, թե լավ ստացված իրավիճակից ինչպես դուրս կանք համատաբար քիչ կորուստներով, ինչ անենք մեր երկրում, ինչպես ինքնակազմակերպվենք, մենք ինչ անենք, այս ինքնապաշտպանական բնազդի կորուստը, բացարձակ
հասարակայությունը երբեմն թվում է ինչով եք պայմանավորվում։ Позовите меня как-нибудь на другую передачу, часов так до 5 примерно, и мы попробуем на эту тему поговорить. Одно понятно мне, речь не о руководителях, в смысле личностей. Руководители страны, которые есть, они не случайность. Более того, они не просто не случайность, они не причина, они результат некоторых изменений, которые произошли в обществе за эти 30 лет. Это было ясно в 18 году. В 18 году людей, которые, ну, грубо говоря, о проблеме Арцаха, о главной проблеме страны, общества, даже нации, я бы сказал, да, не сказав ни одного слова, пришли к власти. Пришли к власти на тезисах борьбы с коррупцией, непотизмом, там, большей справедливости и так далее, олигархата и так далее, и так далее. Общество за них проголосовало 3 раза уже. Первый раз, собственно, на революции, ногами проголосовало, выйдя на улицу. Второй раз во время выборов 18 года, третий раз во время выборов 21 года. Те люди, которые в оппозиции сейчас, и в официальной оппозиции, в парламентской, и в непарламентские формы людей, которые оппонируют власти. Да, это не совсем политическая оппозиция, но оппозиция, они против стоят. Они говорят примерно то же самое, что говорит власть или говорила власть в 18 году. Мерджи Николин, убери людей плохих, поставь туда хороших людей, и проблема будет решаться. Вопрос в том, окей, завтра вы придете к власти, что вы будете делать? Никто ничего не говорит по-серьезному. Говорят, мы будем делать примерно то же самое, только лучше. А в чем тут проблема? В обществе. Потому что то, что нужно обществу сказать, никто не говорит, потому что это нельзя говорить, ты не добьешься популярности. Это разговор о повышении статусности армии, о мобилизационных механизмах, о работе на безопасность, не о том, чтобы выбирать хорошего барина, который приедет и все решит вместо нас. А для того, чтобы готовиться к тому, что нам предстоит, это тяжелая, каждодневная, очень серьезная работа. Вы спросили, можно ли малыми силами или небольшими уступками. Нет, невозможно. Пахать придется всем, причем поколениями. Вот вы можете себе представить какого-нибудь политика, претендующего на то, чтобы его выбрали, чтобы он достиг успеха, который это будет говорить обществу? Речь не о том, чтобы поменять одного человека 10 или 100, вот убери одних, приведи других, и сразу все изменится. Не изменится. Для того, чтобы все реально изменить, нужна очень серьезная работа, и эта работа требует консолидации общества, объединения людей, вот мощного социального запроса. Ну, вы, может быть, не помните, вы моложе, а я помню 88-91 год. Вот тогда было так, когда была мощная консолидация, и она выплеснула наверх какое-то количество людей. Зарурели теза ка, вош, ете мэнк покр ехпор ханзнэнк, мэц ехпайра капри хангист чагу пахтавор. Это хорошая идея. Тоже, одна из тоже хорошая. Вот на тебя напал уголовник с ножом и требует у тебя там часы. Ты отдал часы. Уголовник захочет кошелек, а потом он захочет пиджак, а потом он еще чего-нибудь захочет. До того самого момента, пока он глотку тебе не перережет. Вот в этом случае... Тут разговор, опять же, не о метафоре-метафоре, ладно, может, она удачная, может, нет, не мне судить. Но разговор не о том, что плохо и хорошо, разговор о том, что ты не добьешься так своей цели. Азербайджан сейчас не в Городизе, а в Копане. Он что, остановил свои требования? Минский процесс шел о том... Какова будет судьба земель вокруг Нагорно-Карабахской автономной области и коридора? В
Все эти земли и еще кое-что сверху сейчас у Азербайджана. Вот что остановилось. Азербайджан говорил о том, что им нужен Нагорный Карабах, и они святую территориальную целостность просто вот к ней относятся практически как, я не знаю, к святости, к чему-то сакральному. И где территориальная целостность Армении сейчас? И так далее. То есть рассчитывать на то, что ты что-то отдашь, и все сразу успокоится, потому что им нужно это, и не нужно больше ничего другого, это наивно, вряд ли так будет. Անդորում այս տեսակետը կարողներ կան նաև փորձագիտական բան շրջանակներում, չէ՞, հասարակության մեջ, որ եթե մենք այսօր չենք համաձայնվում այս պայմաններին, մենք վաղը կարող է ահռելի այլ կորուստներ ունենանք, ուստի պիտի այսօր ամեն գնով, չգիտեմ, ամեն գնով հասնել այդ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը կամ ինչպես Փաշինյաններ ձևակերպում կադաստրի վկայականի, որպեսզի վաղը մենք չափսոսանք այսօրվա համար, որ չհամաձայնվեցինք. Вот кое-что есть, только про кадастр и про соглашение я уже сказал. Нет никаких гарантий того, что это не будет продолжаться дальше. Более того, я думаю, что у меня более или менее есть гарантия, что будет не так. И это время от времени говорит сам Пашинян, между прочим, что это совершенно не гарантия того, что не продолжится то, что продолжается. А больше безопасности у того, это вообще так всегда и у всех, у кого больше ресурсов, а не у кого меньше. Идея отдать ресурс для того, чтобы получить больше безопасности, идея порочная в принципе. Ресурс надо наращивать для того, чтобы испытывать большую безопасность. И это просто очень сложно. Это трудно, это требует очень серьезной, повторюсь, долгой работы. И сказать людям, что завтра ты подпишешь бумагу или заключишь соглашение, или где-то там с кем-то поговоришь, и все станет хорошо, тут нельзя. Приходится людям говорить правду. А это, в общем, не всегда успешно в смысле политической ситуации. Եվ եզրափակենք մեր զրույցը, թեև սկզբում փոքրինչ խոսեցինք, սпасելիքներ չունենանք փաստորեն հնգակող բանակցություններից, որոնք տեղի են ունենալու. Я так пишу, я не жду ничего, а если говорить, ну ничего серьезного, там будет, ну очередной шаг. Мы пытаемся идти к некому соглашению. Соглашение – это скорее о коммуникациях, чем о мире. О, если о мире, то максимум, что будет, то это будет некий рамочный договор. А рамочный договор не является договором на самом деле. Да? Но я не думаю, что раньше осени можно вообще чего-то по-серьезному ожидать. Не думаю. Но даже если я ошибаюсь, и даже если, про Кишинев думаю, что не ошибаюсь, даже если, да, и можно ждать какого-то подписания чего-то или движения к подписанию. Сейчас же не идет речь о договоре, сейчас идет речь о том, чтобы подписать некую roadmap, это дорожную карту, к тому, чтобы был подписан рамочный договор. Даже если это произойдет, собственно, на земле, я не думаю, что это приведет к серьезным изменениям. У меня не то, что нет надежды, нет, отнюдь. Я... Видит Бог, никогда не думал, что будет легко. Никто никому не обещал, что такого рода вещи могут решаться легко. Что это тяжело, долго, муторно, не обязательно успешно, как бы понятно, да, это серьезная проблема. Но что сейчас вот так вот, подписав бумагу, можно решить проблему, нет, я так не думаю. Այսքանը Կալայի եթերում կարևորի մասինն էր տաղավարում այսօր մեր հյուրներ քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։